20 ноября, вечер, в доме на Ползунова 6. Посмотрим, что тут происходит. Так, топится печь. Кошки сидят, греются. Кошки. Кошка, точнее. Еще одна кошка. Вон она. Кошка. Гуска. Игнатий Тихонович что-то делает. Игнатий Тихонович, расскажите, пожалуйста, чем вы занимаетесь? Что делаешь? А ты догадайся, что я это делал. Посмотри, что говорит тут. Что я делаю? Барана колю, наверное. Как это называется, вот эта вот чаша? Вот этот вулкан, кратер. Тыква. Тыква. Тыква, тыква. Вот я ее располосовал сейчас, разрезал. А теперь семечки выгребаю. А семечки высушим, на семена пойду. Тыква очень сладкая, из Потеряевки. Вот она какая тыква. Огромная. Ну вот уже, вот это вот взял, теперь сейчас надо в печку. Володя, забирай вот это. Тут я отдельно останусь с этим. Сейчас. Вот, смотри. Давай. Потом выложишь тогда вот это вот тоже. Вот, смотри, что тут. Вот тут она уже подпортилась. Мы ее сейчас будем вырезать нужно. Вот отрезал я. Вот ее тут подгнило. Вот это счастье. Я думаю, тут и выбирать только вот эту вот часть можно. Вот эту вот можно выбрать. Ну все, пеки с Божьей помощью. Сколько времени пекется? Ой, не засекал, не могу сказать. Ну, около часа, даже чуть побольше. Наверное. Больше часа. Ну, если скажу, а ты там внутрь все вытащил, да? А? Внутрь все. Да, вон они лежат. Мне очень понравилось, я буду это. Мне же, Василий говорит, там Потеряевки есть, кстати. Тыквы, да? А у нее одна, она. У матушки, по-моему, по гречке. Держи. О! Фух, это четвертая часть. Ну вот, теперь из этого ты уже выберешь, что надо, когда там выйдет оттуда. Тут вот внизу вот это вот гнилье появилось уже, то есть она была подморожена, видно. Но это легко ее вырезать. Сейчас основную вот эту вырежу, а потом там будет видно, сколько взять. Видишь как? Ну это так всегда делается, вот. Смотри-ка, сюда покажи. Ну так. И это точно так же. Вот это. Да тут можно я всю выбросить. Это немного вырезает вот эту вот. Ну что, несъедобное совсем? Ну, можно вырезать. Я не против. Это можно вырезать. Вот так. Ну, вырезал-то совсем немного. Все остальное негодное. Она подмерзла и пропала. А мы даже не знали. У нас пропадает кое-что. Ну вот, эта сторона как будто получше. Опа. Вот, а это... Что она у нас получается? О! Это тоже не нужно. Это вся хорошая. Ну вот это что теперь? Разрезы. Во. Вот сколько наворочили. А теперь вот эту вот надо. Аж вспотели. Теперь вот эту вот надо сейчас перебирать все. Вот это внутреннее. Надо отдельно сварить ее. Ее выбрасывают, а она хорошая, это внутренность, на чем я эти семечки держатся. Семечки это очень важное по дезинфекции. От глистов там или от чего-то, кошек. Я вот так вот брал их, на мясорубке прокручивал, она как пыль такая делается. Ну а потом что там со сметаной, где с колбасой кошкам намешаешь, они едят. И никаких там пургенов не покупаешь, ничего нету. И экологически чистое, не химией травишь. Так это глистов выводить? Глистов выводить. Вот это вот семечки, тыквенные.
Я не знаю, исследования не проводил, какая часть у ней более полезная, но мне так кажется, что вот когда она, семечко высушится, сейчас я покажу, то у ней там, подожди-ка, сейчас там наверху, то у нас газеты везде пользуемся. Интересно, что за плодовицы в интернете? Да. Сейчас покажу. Где-то у меня тут семечки были. Ну, сейчас даже не найду сразу. Где-то тут семечки были. Ладно, сейчас. Вот они, вот они. Вот он. А это пережаренные. Эти пропащие. Не досмотрели на печке. Дай-ка я полезу сюда. О! О, сейчас я. Это вот на семена сушится. Так. Вот оно. Сколько начинается сушиться. И на семечке. Видишь, какая, сколько семечек тут. А потом вот это вот на каждой семечке. У ней появляется, ну у меня же где-то есть, еще я не знаю, это куда дерево или еще, вот она лежит, все же их не видно, это вот она, сейчас я покажу, а там еще лежит такая, тут я обратно уберу, вот так сосула старая падает и ломает себе ребра, вот. Вот теперь я сейчас покажу, мне так кажется, что самое ценное, то, что щипит язык. Вот она показывает теперь. Вот она, семечко блестит, а у ней тут тоненькая оболочка, как будто бы взята целлофан какой, целлофановый мешочек. Вот она. Видно, нет? Конечно. Вот она где. Мне кажется, вот с этим, когда делать, все завязали, то она тут пропасть может. Еще не досушенная, не надо завязывать ее. Иначе ей амба. Ну-ка, посмотрим. Я кому тыкву даю, наказываю. Тыкву ешьте, а семечки мне отдавайте. И семечки легко щелкать. Я сейчас покажу, как мы семечки эти щелкаем. Вот, это уже готовые семечки. И на них вот эта вот половинка. Ох, там семя, хорошая тыква растет где-то участок внизу. Там смородина она красная, видишь? А ее употреблять очень легко. Вот, смотри. Вот так вот беру семечку, за носок придерживаю и вот так кромочку срезаю. Вот. Ну, кромочку. Но только так, чтобы тут тело не задеть. А потом ножик вот сюда вот раз, и вот так нажимаю. Все. А теперь отсюда ковырнул. Все. Вот маленько. Опять за носик держу. Она сухая. Может и это. Ну, она щипит язык. Вот теперь смотри. Вот я надрезал, а теперь есть куда воткнуть нож. Лезвие ввожу, а тут дальше серединку раз выковырнул, все. Ну, не полная. То ли она не дозрела, то ли еще. Опять. О. Видишь это? Которое я считаю. Если правда, это на сердце очень хорошо. А? На сердце очень полезно. Да. Для сердца. Она полезна очень. Растет нынче у нас тут. Я посадил весной. Первый год я ее сажу. Сам посадил. Ее сначала размочил. Потом поливал. Потом соломы там. Трухи туда насыпал. И каждый день поливал. Ну, уехал тут, оставил. Михаил тут смотрел, Михаил Петрович. Видать, хорошо смотрел. Она вся выросла. И там растет у нас калина, это выше, чем вот этот потолок-то. И она, тыква тут висит наверху. Мы одну плеть измерили, 11 метров длина ее. Ну тут они, тыквы вот такие только были. Земля не очень, вот какой-то камень тут был. А по Теряевке-то они, вот тыква, вот я возьму, вот такая тыква. Это вообще, вот она лежит, нарезали. Так не самая большая еще. А теперь я с чего начал? Вот этот вот. Семечки надо руками делать, выбирать. Я всегда удивляюсь, вот продают семечки,
Сейчас покажу. Опять зря руки запачкал. Продают в магазине. Готовые сердцевина зебища. Вот она у меня. Вот она, показать какая. Какие они. Чистые, большие. Вот эти надо перекрутить на мясорубке. И употреблять на голодный желудок утром. Они не скажут, что вкусные, но неплохие. Как они их выбирают? Хотел бы посмотреть эту машину. Как семечки тут просто. Она же плоская. Сколько? Мы когда ездили в миссионерской поездке по стране, с нами собака, ураган, большая собака. И впереди стоит шофер и второй работник Виктор Николаевич, а сзади я с ураганом, собака ураган, большая восточноевропейская. Я ее каждый день расчесываю, кормлю, ну, играю. И ясное дело, что шерсть его глажу. И чтобы это не пристало, дорога я взял такой вот и накрученное, и ему подмешивал. И у него никакой заразы не было. То есть нигде не были замечены глисты. Ну и сам ел, братьям давал. Мы очень хорошо обеспечены были. Много вот это вот было. Отдельно жевали. Ну и нам, у меня этот порох был, порохом называл. Очень полезным. Химию какую-то давал, намазать надо от клещей, потереть. Ну я это делал, но это наружнее для собаки. Значит, можно картошку я? А? Картошку для супа почищу тут. Давай, чисти. Все. Смотри картошку, покажи какая. Вот какая картошка. У нас мелкую для себя мы оставляем. Суровая картошка. Ее потом чистим мелконькую. Ну, мелкая там. Вот такая вот картошина у нас. Вот собрали все. А сейчас ее сварят, почистят и на противень, на листик и сажают. Когда она высохнет, маленько маслом ее, и все за стол. Вот мы живем очень экономно. Вот это ни копейки не стоит. Мы за зиму-то тратим тут прямо, ну, совсем мало. Мы все безденежные. Господь помогает нам. И мы даже не замечаем, что мы бедные. Как мы бедные? У нас все есть. Мы так-то по деньгам-то бедные, а по жизни не бедные. И все у нас есть. Вода. Колонка недалекая. Кто-то пустил молву, что колонку у нас убрали. Убрали, я так и взахался. Никогда не выходил ни на какие пикеты. Ну, думаю, я пойду в администрацию. Как так, без воды людей оставить, да? А приехал, они не только не убрали, а исправили ее. Она была такая, там, ну, какая-то с поломками, что сделали выше. И теперь она не будет... льда, ведро нельзя было под рожок поставить, а сейчас можно. Вот чем занимаются люди на пенсии, все время говорю, чем? Ну, компьютер это понятно смотреть, ну а твое-то что есть? Вот сейчас мои ребята здесь рядом, они все делают, я там сижу занимаюсь. Ну сейчас вышел, время уже, печка топится, а штык полежит. Ну я и вопросил их, а почему нет, да? Слушали там, что говорили? Ну что дальше-то? Дальше скорее за нож и давай резать. Тыква уже изрезана. Володя делает это, снимает. Там Роман малыш. А мне пишет один, но Игнатий теперь Романа малыша ломает. Там я его ломаю. Роман, тебя я ломаю или нет? Один не, пишет, что не понял. Игнатий приступил, говорит, малыша Романа теперь ломает. Ломает? В комментариях написал? Да, в комментариях ломает. Так ты вот пока не уехал, скажи, ломай я тебя. Да попробуй такого малыша сломать-то. Там Владимир был на Благовесте 30-го, 10-го или 11-го? Ну, когда я тебе сказал. А, ну да. 10-го, да. Ну, и там с одной женщиной разговаривал. И она говорит, там родственники какие-то у нее были, говорит, гуцулы. Это такие, как она сказала, такие страшные люди. Гуцула попробуй, это горцы. Да. Горы, да? Здесь там абсолютно что, добровольно. А? Какие горы там? Карпаты. Ну, да, Прикарпатье.
А ты знаешь, горы есть такие, Анды? Конечно, знаю. Это Америка южная. А? Южная или северная? Не знаю. Америка. Америка. Я через них проезжал несколько раз. Северная. А кольдерьеры южные, да? Ну, с нашими горами не сравнишь. Вот мы были... Ну, возьми, Кавказские горы едешь. Белые вершины. Белые на вершины залезли. Мы несколько раз были в Грузии. Там настоящий Эльбрус. Вот так. Богатая страна. Не удержать ее никак. Тут будут жить другие люди. Это Дмитрий Смирнов говорит. Более достойные. Ну, пока живем, благодарим Бога. Мирных жителей, как в Камбодже, будут сталкивать, убирать. Крик, вопль будет стоять ужасно. Вот сейчас на улице 35 градусов, допустим. Ну, выгони человека, что ты долго простоишь? Ну, кричи, потом замолкай, к утру кочерыжка. Тут не надо убивать людей, как газовые камеры. Просто на улицу выгнал, оставил его, и все. И он готов. Все на этом. Какие-то...